4 ноября президент России Владимир Путин и патриарх Московский всея Руси Кирилл на выставке «Память поколений. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве» в Москве осмотрели макет Ржевского мемориала советскому солдату. Напомним, что монумент в настоящее время возводится в Тверской области на месте кровопролитных боев 1942-1943 годов. Выставка «Память поколений» проходит в Манеже в рамках церковно-общественной выставки форума «Православная Русь ко дню народного единства». Экспозиция объединила знаковые произведения выдающихся художников, скульпторов и фотографов более чем из 30 городов России. Собственно, там был представлен и макет Ржевского мемориала. Напомним, что его открытие запланировано в 2020 году, в год 75-летия Великой Победы. Он увековечит имена тысяч солдат, погибших под Ржевом. В основу идеи центральной фигуры монумента, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит под Ржевом». 25-метровую скульптуру солдата установят на 10-метровом восьмигранном холме. Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке союзного государства, Министерства культуры России и правительства Тверской области. Для нас очень важно и это, можно сказать, без преувеличения, чтобы наша территория внесла свой вклад не просто в праздник 75-летия Победы, но и дала возможность всем людям, которые проживают не только на территории Тверской области, но и Московской агломерации, посещать этот мемориал, который бы хранил память о тех событиях, к сожалению, очень тяжелого времени, через которые прошла вся наша страна.